Эта неделя проходит под знаком Дня семьи, любви и верности. Кто-то рождается и живет с этими ценностями в сердце. Кому-то смысл нравственных категорий открывается под давлением обстоятельств. О том, как отмечают День Петра и Февронии Муромских в женской исправительной колонии, наш сюжет. 670 матерей, жен, хранительниц домашнего очага, возлюбленных, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и общением с близкими, встречают праздник за колючей проволокой в компании, которую вряд ли можно назвать подходящей. В основном это грабеж, разбой, убийство. Вот такие. Это основная масса. Женские колонии, как правило, напоминают пионерлагеря. Это не новость. Везде чистенько, аккуратно, с недавних пор еще и комфортно. Те, кто твердо встал на путь исправления, могут претендовать на особые условия. Система социальных лифтов доходчиво объясняет – жить по общечеловеческим правилам лучше, чем по понятиям. Все воспитательные усилия направлены на то, чтобы женщины, отбыв наказание, нашли свое место в жизни, соединились со своими близкими. Именно поэтому в День семьи, любви и верности в колонии открывают двери для родственников осужденных, их друзей и подруг. Встреча с близкими, с родными у всех, потому что мы вот осужденные очень ждут всех этих встреч, очень ждут. Неважно, там письма или чего какие-то, но когда встреча с близкими, с глазу на глаз, это улыбки, это слезы, это радость, это очень прекрасно, когда родственники не забывают, когда не отворачиваются от осужденных. У всех всякая судьба бывает. Судьба Веры Костроминой распорядилась так, что она провела в колонии 11 лет. За это время выросли ее дети. К самому освобождению родился первый внук. Теперь у нее полно забот, и, приехав навестить бывших товарок, она искренне желает им такого же обычного женского счастья. Здесь о нем мечтают практически все. Сотрудники колонии, да, собственно, и все системы исполнения наказания хотят верить. Эти порывы не пропадут в туне, а семья и любовь станут надежными якорями, которые удержат однажды преступивших закон от повторения ошибок. И мы стараемся воссоединить ту семью, которая распалась, к сожалению. Найти детей, которые находятся в различных детских домах или непонятно где. Я могу с точностью и уверенностью сказать, что 90% осужденных, находящихся в зале, они задумываются о своем будущем. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.